Всем привет! Посмотрите, какая красота! Это все ваза, керамика. Я в цветочном садовом центре. Посмотрите, какие красивые букеты. Просто сказка. А это прям как свадебные какие-то. Вот вам такие вазы. Боже мой, какая красота, девочки. Вы посмотрите. Ну вот, Людочка, гортензия. Вот такая гортензия. Смотри, какая махровая, интересная. Вот такая. Горшок такой довольно-таки большой. 13 евро. И вот еще вот такие горшки.
уже 13 евро. Какая красивая, необычная, это темная и светлая. А вот маленькие. Вот в Украину могу передать это. И вот тоже. Тоже 13. Так. Вот эти маленькие такие. Маленькие 4 евро. Вот это темное, смотрите. И такие волнистые, интересные лепесточки. А здесь вот уже тюльпаны. Вот смотрите, вот такое ассорти. 10 евро. Вот такая коробочка. Вот. Голубые. 5 евро за штуку. 3 за 13. Такие. Эти роскошные. Вот эти мне тоже очень нравятся. Ты тебя такие видела, Людочка. А вот, пожалуйста, есть и этот алиум. Вот такой ты имела в виду. Вот они разные. Вот такой. Сколько они стоят, что-то я не вижу. Вот сейчас, кстати, кто меня спрашивал о тюльпанах, вот сейчас продают тюльпаны, и сейчас их можно садить. Вот мы садим. Здесь у нас можно до января садить. Ну, собственно, чтобы температура не меньше 10 градусов была. И если вы вот осенью посадите, то будут шикарные, красивые у вас вовремя тюльпаны. Смотрите. Вот эти мне очень нравятся. Вот у нас их много было, пропали. Хочу тоже в этом году подкупить тюльпаны. Вот. А потом, когда они отцветут, мы их убираем. У меня муж сейчас приспособился. Обрезать их нельзя, пока не высохнет, да, вот все. И муж у меня приспособился, он их садит прямо в горшок. Землю этот горшок потом вкапываем. И потом мы прямо с горшком и убираем. Вот, Людочка, кстати, вот, вот они. Вот эти ты имела в виду? Вот. Вот такие разные, посмотри. Цены вот такие. Вот буква, вот если здесь С... Значит, вот он стоит 4 евро. Это упаковка. Вот три луковицы. Вот такие. Вот он разный. Этот вот всякий. Вот это тоже луковичная. Вот. Это розовый, синий. Белые. Ну, а тут уже пошли вот нарциссы. Вот какие интересные. Вот. Гиацинты, крокусы. Анемоны. Вот. Различные вот эти вот очень красивые. Ну, вообще, конечно, такие мелкие цветочки, такие же, как и вот этот голубой виноград у нас называется, а у вас мускурия, по-моему, да?
Их красиво, когда их много, да? Вот посмотрите, какие у нас ирисы. И они, их мало, не такие, как у вас красивые. Крупных мало. Какой-то оранжевый. Вот у нас такие желтые есть. И вот эти. Ну, это как дикие ирисы, да? Вот здесь нет такого выбора ирисов, как у вас там в Украине, в России. Такое разнообразие. Вот опять эти. Вот и тут опять тюльпаны. О, а вот смотри, какие, Людмила. Вот, 5 евро, 9 штук в сумке. Вот они разные. Так что приезжай, приезжай, затаривайся. Вот эти такие красивые, это гиацинты, вот они как дикие. Вот такие сумочки. Я могу попробовать отправить, но не знаю, пропустят или нет, потому что по правилам почты отправки в Россию не пропускают. Нельзя ни семена, ни растения, ничего этого нельзя. Вот какие, какая красота вообще, конечно. Боже, все хочется, все хочется. Здесь вот такие, вот я там оставила свою тележку, такие большие сетки. У меня муж любит покупать вот такие. Вот видите, какие тут луковицы. 7 евро, а тут 50 штук. Ну, это, конечно, здесь не будут такие красивенные, да? Но они тоже неплохие. Ну, вот. Красота. Все очень красиво. А весной так это вообще, да? После лета это так красиво. Ой, после зимы, говорю, после лета. Ну, это, кстати, очень недорого. Весной они дороже. А, ну вот и когда мы выкопали, то мы потом храним это в прохладном месте. А вот еще какие-то сумки по 10. Ну, тут разные. Микс. Тут 20 штук. 10 евро. А вот здесь 125 разных. 13 евро, а сейчас 9. Вот такие. Вот. И потом у меня муж их выкапывает вместе с горшками теперь, да, и ставим в сарай. То есть надо, чтобы они были в прохладном, темном месте. И потом, когда уже высохло все это бодылье сухое, мы это просто отрываем, и уже чистые луковицы лежат в прохладном месте. Так что вот так. И вот лучше уже начиная с августа, конец августа, вот сентябрь. Ой, смотрите, какие красивенные, а? Их высаживать. Обалденно красивые. Представляете, вот когда еще почти ничего нет, и вот такие яркие. Смотри, Саша, какие. Да? Угу. Красиво, правда? Да. Да. Такие тюльпаны. А вот еще вот, смотри, какой алиум. Тоже какой прикольный, Людмила. Кому интересны эти. Вот какой интересный нарцисс. Ой, всего хочется. Хочу большой сад, большой огород. А вот много тюльпанчиков на одном. Ну что, это мы здесь внутри. Выйдем. Вот вереск на зиму садят. Мы тоже раньше садили. Вот посмотрите, какой громадный. Обалденно.
такой большой, смотрите, моя рука. А здесь вот Анютины глазки зимние. Такая красота. Тыквы уже такие красивые здесь ложат, как украшение у дверей. А вот смотрите, то, что я вам показывала, пассиблюм. Вот, помните? Вот они. Кстати, дорогое растение, 17 евро, не дешевая. Посмотрите, какая красивая, свежая, будто бы вот начало лета петунья. Красота. Ой, красота. €13 тоже вот эта гортензия. Большой куст уже такой. У нас пропало. Вот это пропало. Один только у меня там стебелек остался. Такие ягоды сиреневые. Дерево едет. Кто-то купил. Ой, а там вижу эти райские яблочки. Давайте поедем посмотрим. А это что у меня такое? Это что у нас? Эдхевортия, хризант. Что это такое? Вот так цветет. Смотрите. Такое прям дерево. Первый раз вижу такое, не знаю, что это такое. Вот уже гортензия. Вот такая. Так. Ой, какая красота. Посмотрите. Какие яблочки райские. Не видно вам. Так, как бы мне вам показать? Вот. И розы в горшках вот такие разные. Вот такие. Это вьющиеся. А это такие. Это тут бутончики. Так. Почем они? По 10. Белые вьющиеся. Что-то роз мало сейчас. А вот здесь еще какие-то, ну, это как остаточки какие-то. Вот здесь. Так. И вот еще розы. Тут такие вот более цивильные. Так. А
А здесь у нас что? Вот эти ягоды тоже здесь все покупают. Вот сейчас осенью и ставят. Или у двери, или на столик. Такие красивые. Правда, Саша? Прям как не настоящие, да?